что общего между Нивой и Опелем? Теперь это как минимум панель приборов. На моей Нивке она была вообще в хлам. Можно было бы поставить новую, но ну и нафиг. Opel Vectra A нам в помощь, а точнее их разборка. Блин, я удивляюсь качеству материалов этих немцев. Что не вас, что опелевский донор, подаривший нам эту панель 80-х годов. Ну да ладно, не об этом. Почему с Vectra длина почти идеально подходит по кузову? Чего не скажешь о ширине. Этот косяк пришлось устранять обрезанием. Прозвучало как-то не очень, да? Просто если не сузить ее, как минимум не надеть руль, он упирается в панель. Еще из нюансов теплотрассы тоже либо опелевские мудрить, либо взять гофру, с ней, наверное, даже проще будет. По приборам датчик давления масла ставил прям в корпусе, ему нашлось место вместо часов, идеально сел. Спидометр и тахометр посадил на места тех же, вместо опелевских. Шкалу оставил вазовскую, наклеив ее поверх опелевских цифр. Еще немного пришлось подрезать в бардачке и по бокам панели. Мешала распорная балка. Но это даже лучше, оно ее закрепило на месте. Саму панель посадил на саморезы по металлу по всему периметру. В передней части и по бокам. Села огонь. Также поработал немного с датчиками. Подключил лампочки поворотов, там, фар и так далее. Кнопку аварийки присобачил под рулем. Все, что, короче, позволяет фантазия. Сделал синюю подсветку, кстати, из светодиодной ленты. Датчики температуры и зарядки поставил выносные. Еще не совсем к месту расположения замка зажигания. Для него пришлось вырезать доступ. Слева от руля был тумблер. Мне он понравился. Теперь он включает габариты, второе положение, ближний свет. Дальний остался на руле, как и было. Возле тумблера габаритов установил кнопки стеклоподъемников. Так, что еще? Тросик воздухозаборника тоже подключил. Печка осталась штатной. И еще один момент. Рычаг переключения передач. Панель выступает намного дальше вазовской. И тут либо пожертвовать нижней частью панели, либо укорачивать рычаг, что неудобно. А, либо искривлять его, либо выносить ближе к сиденью. Я выбрал самый удобный и простой для меня вариант на тот момент. Немного искривил рычаг, надрезал и заварил. Слева от руля, кстати, удобная дверка в панели. Она дает доступ к ручке капота и к предохранителям. Может, что-то еще вспомню. Если вспомню, обязательно досниму. Если что-то кого-то интересует, спрашивайте.